Украина, я еще раз говорю, это как это родственная с нами всегда была душа. Это люди, очень много у нас, кстати, даже родственников, вот у меня конкретно и у моего мужа на Украине. Но в этой ситуации я считаю, что Украина неправильно себя ведет. В первую очередь звезды эстрады в основном у нас поют. И запретить... Сегодня мы запретим, а завтра мы опять будем их приглашать. Я считаю, что искусство должно победить. А еще самое главное, должно победить разум. Главное – это разум зрелости.